Ноль клиентов. Алибаба, собственная персона. Начинаем рынок Воба, понедельник. И мы идем с моими дорогими друзьями из Москвы. Я уже вас друзьями называю. И мы идем. Куда мы идем? Мы идем покупать клубнику и лепестки роз. А, вот если сейчас у этих ребят моих будет клубника, кстати, вот они то честные, они должны... То есть, если они скажут, что вкусно, это должна быть вкусно. Сейчас мы у них сначала посмотрим. Если у них не будет, тогда где-нибудь в другом месте возьмем. Они вот там дальше чуть. Время 1:20. И мы ходим, смотрим цены. Хурма 10, гранат 8. Пожалуйста, не сжимать. Хурма написал. Клубника 30, но она уже несколько рынков по 30. Киви 7. Сейчас мы у них посмотрим. Если у них нет, тогда... Потому что вот у них реально беру. Камал, собственно, персоной. Привет, привет, рад видеть. Здравствуйте. Поставил вчера видео, так что уже люди видели, я думаю. Никуда ехать, кстати, не собираетесь, если вдруг чего-то. Человек, который от великов до экскурсий, все у него. Камал, что купил? Что покупают местные, живущие в Алане? Сыр, да? Сыр, оливочки, паста томатная. Виноградные листья. О, виноградные листья ты делаешь типа долму, да? Да. Молодец. Выставлять лучше? Да, как же. Камал у нас готовить умеет, как и я. Мы все умеем. Так, не вижу, есть у них? Не видно. О, есть какая-то, но у них 40, блин. Так, это шипняя точка. Видишь, мой фронт? Кто он, папа или кто-то с ним работает. Мараба! А клубника вкусная? Вкусная, честно, да? Момент, мой фронт. Видишь, попьем его, фрау? Пробуйте, раздают, пробуйте. Ну вот у них обычно вот сюда, когда беру, я знаю, у них уверен. Супер фреш, турок, супер фреш. Сладкая, да? Очень сладкая, друг. Очень сладкая, ну, мальчик. Они уверены, что она хорошая, это значит дорогая. Да, спасибо, мой фронт. Ай, кило, кукман, ван кило. Ты такого себе помощника взял, какого? Англоговорящего. Мальчик. У тебя помощник супер теперь вообще. Супер фреш, мальчик, супер фреш. Кумхватик. Мальчик. Хурма 10, боже, он меня сбивает, смущает. Груша 5. Это у нас тоже груша или тайва? Видишь, мой фронт? По-моему, нет, это груша 7. Бананы у них даже есть, яблоки 5. А банан мус? Мус на кадр? Мус косеблера, анабур. Ага, вот такие вот бананчики. 8 лет. Яблочки 5. Дома 10. Сколько там оказалось? Килограмм. А, он по-немецки разговаривает, да? Правильно? Нет, ну летом, но в сезон у них 100% всегда клубника просто супер. Я всем советую, ни разу не подвели. Никто не ругался еще. Сейчас вот розы там посмотрим, если есть у этого. А что еще нужно? Так, чисто по виду. Алло, мальчик, дай момент. 5 минут. Сейчас подожди, сейчас. Я не ем на улице, спасибо. Сейчас спасибо, подожди, мальчик. Спасибо. Подарок, мальчик, подарок. Идите, пробуйте банан. Подарок. Девочка, кушайте подарок, банан. Иди сюда. У меня ж это, у меня ж принцип, я ж не ем ничего на улице. Нет, комбите, комб. Спасибо, нет, спасибо. Спасибо. Вкусно. Не, спасибо. Спасибо большое. Какой молодец просто. Второй ушел, его друг, а это или папа его, или кто-то такой веселый. По-немецки с вами разговариваю. Помидоры у моего только одного, потому что пробовал в других местах, их есть невозможно. Мы пару раз купили тоже просто. Единственное, что у него они, знаете, бывают такие не совсем как бы спелые, то есть они полежать должны 2-3 дня. Ну сейчас попросим, чтобы спелые выбрал, в принципе. Вот для еды 6 яблочки, 5 огурцы, 8. Так, а где он? Я вижу его помидоры, а его не вижу, это ж. Привет, а где мой друг в шапке? Отошел он тут? Бурда. Здесь, да? Вот эти он. Вот эти я беру, да. Ну можно сейчас попросим, чтобы он выбрал самый спелый. Сейчас он подойдет, давайте пока розы посмотрим. Вот, если есть. Раба! Смотрите, а тут не, как он называется? Розы, розовый. Бутоны
роз. Бутоны роз для чая, чай бутоны роз. Такого нету, да? А у кого есть хорошие, чтобы кого посоветуешь, чтобы взять? У торов-то орду йок, хералда, йок. Нету сегодня знакомых, да? Нету. Сезон олмаду, нам. А, на них тоже есть сезон, есть не сезон, да? Я понял. Друзья, кто приезжает на Новый год, смотрите, все сладости, все здесь. Шиповник, апельсины, все, микс. Спасибо. Сейчас походим, посмотрим. Как дела, есть туристов хоть чуть-чуть? Мало, да? Финиш. Финиш. Финиш будет до весны, аж теперь, да. Ну, теоретически должны же они у кого-то быть, а ну вот смотрите, вот всех, у кого есть, будем смотреть. Всем рассказываю за помидоры, в России, в Украине все говорят, там мы, типа, зимой мы даже не смотрим на помидоры, они, во-первых, дорогие, во-вторых, они же невкусные. Я говорю, а чего это они должны быть невкусные, они шикарные просто, ну, в Турции. Кило 4 лир. Апельсинки, а вот мандаринки дорожат. Мандаринки то ли заканчиваются, то ли я не помню. А там он напротив помидор, вот это моя овощная мафия. Потом к ним подойдем, они тоже свои. Я вас по своим вожу. А мандарины, они не всю зиму или всю зиму? Нет. Уже, наверное, вот заканчиваются, да? Смотрю, что они дорожают, а их мало. И все, да? А, и гранаты, я смотрю, гранатов тоже становится меньше. Во, наш человек. Раба. Который ищет. Да, ищет, все ищет, ищет, ищет. Невеста ищет. Невеста ищет. А у него, кстати, нету такого, да? Вот, блин. Бутончики роз, розы для чая, розы, розы. Нету такого, да? Вот почему нету? Жарко, хорошо. Мы фисташек хотели. Ну вот пробуйте, он все дает. Фисташки есть? Попробуй. Жену они не привезли с собой пока. В следующий раз привезли. Подругу жены не привезли. Вы видео не видели, когда ходим с толпой зрителей? Мальчик был, из Москвы были. Он к нему пошел. Бабушка есть? Они есть, типа, но заняты, а тут еще меня узнают, то ли из Киргизстана, то ли откуда-то люди. Тоже с детьми, он тоже к ним тут же подходит. Бабушка есть, мы там со смеху падаем просто. А где у него фисташка? Попробуйте. Если вкусно, то берите. Если не понравится, то не берите. Ну, по идее, вроде как у него товар неплохой. Цены, я думаю, примерно одинаковые. Фисташки хорошие? Попробуй. В меру соленые, очень хорошие. Да? Это дома, хаус это, сыр. Ну, домашний. Домашний сыр. Еще маленький антап, газе антап. Это сыр дома. Я уж попробовал. Держи, я попробую. Хороший, не, мы попробуем. Ой, боже мой. А чего жены нет? Эти подешевле. Ну, у меня же тоже жена нету. Давай, один это Украина, Русь. А вон у меня друг, он Матин там джинсами торгует. Он поехал за женой в Украину. Поехал жену искать. Некогда ездить, я понял. Полкило? Не, спасибо. Полкило? Полкило. Вот эти первые, да? Ой, какие финики большие, какие крупные. Это ж финики, да, ничего себе размер какой. Вау. Кеши, все виды орехов. А фистик это арахис, я никак не запомню. Фистик это арахис. Сто лир? Съедим. Даже бананы сушеные есть. В следующий раз с женой ему приезжайте обязательно. Это как вот были морские камушки, мы называли, да, в Советском Союзе? Кофе. Сколько? Бабушка, сестра, фамилия, очень вкусная. Отлично.
Молодец по-русски, я говорю, сколько я понимаю. А железец не кушает. Это две дома, Аланья, две дома. Это железец, денег кушает. Я тоже переживаю сюда, я не ем, тоже много. Спасибо большое. Спасибо. Хорошая торговля, спасибо. Побольше. Завтра маму ты будешь? Завтра? Ну, не знаю, подумаю. Подумаю. В Махмутларе больше, да? Там много живет русских. Махмутлар будет, это нету, это старый. Да. Махмутлар комплекты русских турист. Не понял. Спасибо большое. Это еще спасибо. Почему у нас тут? Я вчера в Мигросе видел эти по... Ой, боже, по 19 лир, по-моему, да, я в шоке был вообще. Думаю, ничего себе цена, привык, что они по 2, по 3, как бы. Тут бесценные, бесценные.